Кинешемцы недовольны главой города настолько, что приехали пикетировать областное правительство. Ирину Виноградову они считают плохим хозяйственником. Говорят, что с ней невозможно работать. На плакатах пикетирующих, среди них одни коммунисты, лозунги о свержении главы города. Также, рассказывают участники протестной акции, из-за неправильного управления в местной думе произошел раскол, и нормальное функционирование законодательного органа больше невозможно. На месте главы пикетирующие видят Виталия Сидоренко, депутата Кинешемской думы от фракции «Единая Россия». По мнению зампред правительства по внутренней политике Андрея Кабанова, претензии не обоснованы, так как депутаты сами выбрали главу, да и место пикета выбрано неудачно. Я не могу сказать, что у нас... как бы, что мы считаем Ирину Александровну идеальным руководителем Думы, потому что благодаря в какой-то степени и ее работе в Думе Кинешемской на сегодняшний день очень серьезный конфликт. Там депутаты расколоты, практически надвое. Вот, но каких-либо законных оснований вмешиваться в эту ситуацию, конечно, у правительства и у главы региона Павла Алексеевича Конькова не имеется. Она не идет ни на какие компромиссы, не собирается с нами выстраивать дипломатические отношения, и это было видно с первых дней ее работы. Ну а поскольку она себя так ведет, мы считаем, что глава города не должна управлять таким большим городом, как Кинешма. И мы требуем ее отставки.